Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! 1 июня на календаре. Это значит, что сегодня повестка детская во главе угла, потому что Международный день защиты детей отмечается, не побоюсь этого слова, во всем мире. И на секунду отвлекаясь от пандемии COVID-19, которая в последние месяцы захватила, конечно, все наши умы и корпоративные программы, мы сегодня говорим о программах детских, направленных на здоровье, благополучие детей. Мы об этом сегодня поговорим в рамках Zoom Talk КСО, корпоративная социальная ответственность, курс на защиту детства. И, дорогие друзья, абсолютно точно на фоне смягчения карантинных мер, которые реализуются с сегодняшнего дня во многих регионах нашей страны, я думаю, будет актуально поговорить о чем-то помимо коронавируса. И забота о детях действительно базовая ценность очень многих крупных компаний. И сегодня благодаря социальным программам компании действительно оказывают положительное влияние на будущее не только детей, но и, собственно, коллег по бизнесу и даже государства. На конференции сегодня вместе с ведущими экспертами мы поговорим о том, как компании развивают социальные программы для детей и как забота о детях помогает развивать бизнес. Как обеспечить достойное будущее детям? Обо всем этом мы сегодня поговорим на онлайн-конференции КСО «Курс на защиту детства». Меня зовут Вадим Ковалев, я первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров. Я сегодня буду маленьким заменителем Кирилла Токарева в формате РБК-конференции, буду сегодня модератором, и я с удовольствием представляю наших уважаемых спикеров, которые сегодня согласились поделиться практиками и наработками в этой теме. Сегодня вместе с нами Агнеса Осипова, президент АО БРПИ, наш любимый Баскин-Робинс, Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям. Даже вот не указали, какой компании, но это понятно. Мы говорим Бахтина, подразумеваем Unilever. Мы говорим Unilever, подразумеваем Ирину Бахтину и большую команду коллег Ирины Сергеевны. Елена Фомина, директор по работе с персоналом MSD. Здравствуйте, Елена, виртуальные аплодисменты вам. Анна Золотаревская, председатель комитета МТПП, это Московская торгово-промышленная палата, по корпоративной социальной ответственности. Сегодня вместе с нами Алла Мишина, старший советник по устойчивому развитию и внешним связям с Алым Петролиум. Сегодня вместе с нами Анна Семерякова, к чьей новой фамилии мы уже, кажется, все привыкли. Анна является руководителем благотворительных и волонтерских программ KFC и генеральным директором благотворительного фонда «Открывая горизонты». Ну что ж, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей дискуссии. Напомню, что прямую трансляцию можно смотреть прямо сейчас на странице Facebook РБК-конференции и на YouTube-канале РБК-недвижимость. Задавайте свои вопросы спикерам в комментариях по трансляции, и мы самые актуальные, конечно же, озвучим, потому что у нас прямой эфир и прямой зум-толк. Ну и еще одна приятная история. Сегодня для всех зарегистрированных участников конференции приготовлен специальный подарок от нашего книжного партнера. Это Альпина Паблишер. Это подписка, скидки, книги. И за подробностями обращайтесь к менеджерам РБК-конференции. А Альпина Паблишер, большое спасибо. Уверен, кстати, и за самый интересный вопрос мы найдем очень достойный подарок. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, будьте активны, задавайте вопросы. Ну что ж, дорогие друзья, 1 июня на календаре, и мы начинаем наш толк КСО, курс защиты детства. Ну и позвольте еще раз поблагодарить технического партнера нашей конференции Redbox Media. Агнеса Осипова сегодня с нами, президент нашего любимого Баскин-Робинс в России. Агнеса, здравствуйте. Но когда говорим о детях, мороженое самым прямым образом возникает в наших фантазиях. Видимо, все мы немножко дети. Я лично очень люблю мороженое, но вот как компания, производящая самый любимый детский продукт, участвуют в социальных программах, и о каких проектах в этой сфере вы особо хотели бы нам рассказать и вдохновить нас?
Добрый день всем, дорогие друзья, коллеги. Я вас поздравляю с юбилеем, сейчас 70 лет Международного дня защиты детей. И, конечно, вы абсолютно правильно сказали, что мороженое – это любимый продукт, а для нас это любимая аудитория, как для производителей мороженого, дети. Конечно, наша компания в первую очередь с самого образования заботилась в первую очередь тем образом, что готовила вкусный, натуральный, качественный, полезный продукт и разнообразный. При этом предоставляя услуги не только производства, но и возможности продегустировать этот продукт в кафе по всему миру и у нас в стране. Ну, среди таких любимых сортов для детей, наряду с традиционными, это самые любимые конфеты, это волшебные леденцы, это конфетти и многие другие, но даже от перечисления вот этих сортов у детей повышается настроение, а уж когда они пробуют, приходят на наши экскурсии, в наши кафе или участвуют в наших мастер-классах, образовательных, спортивных каких-то мероприятиях, творческих каких-то мастерских, конечно же, вот это вот знание о продукте и возможность его самим произвести, конечно же, добавляет и настроение, и уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне. Ну, хотелось бы сказать, что традиции социальной ориентированности бизнеса, традиции благотворительности, они с самого начала. Мы дарим радость людям, это девиз нашей компании. А накануне открытия нашей фабрики в 1995 году никто иной, как принцесса Диана, посетила страну и посетила детскую Тушинскую больницу с визитом и с подарком. Целый комплекс медицинского оборудования был преподнесен детской клинической больнице города Москвы вместе с руководством АО БРПИ Баскин Робинс. Ну вот эти традиции мы очень тщательно, бережно поддерживаем. И в День защиты детей очень много мероприятий проводим. Ну, можно перечислить некоторые, наверное, самые крупные. Ко Дню защиты детей, как правило, приурочен масштабный праздник мороженого, который проходит обычно в Сокольниках в Москве. И мы с самого начала являемся генеральными спонсорами этого праздника мороженого. Ну, безусловно, мы продолжаем традицию вот этого посещения этой детской больницы. Там сейчас проходит фестиваль по защите и безопасности детей. В этом году, к сожалению, понятно, что все мероприятия несколько в другом режиме, в онлайн-режиме, но многие годы мы поддерживали и этот праздник. Разнообразные площадки на территории Москвы, это и ВДНХ, это и в нашем Северо-Восточном административном округе, другие площадки, как Отрадная и многие другие, конечно же, не остаются без внимание нашей компании. Только за 1 июня обычно мы преподносим деткам порядка, ну, более 5000 порций мороженого, даря, в общем, такую радость. И сегодня тоже в наших, значит, специальных, да, в учреждениях Северо-Востока, в детских домах были преподнесены наши продукты. Это вот «Полярная звезда», «Алые паруса», ну и в некоторых других, в том числе и в других городах, и в Санкт-Петербурге. Ну, мы не останавливаемся, конечно, вот такими проектами, как, значит, к 1 июня, только к Дню защиты детей, празднование. А, естественно, в течение года мы стараемся такие масштабные проекты, они являются приуроченными, опять-таки, каким-то детским событиям, и в том числе являются сезонными, поддерживать. Это выпускные вечера тоже, это масштабное мероприятие, которое традиционно, как такая кульминация образования, значит, наша компания поддерживает, мотивируя детей к учебе и радуя их на выпускных вечерах, в том числе в Кремле. Это, безусловно, День города, когда семьи с детьми празднуют День нашего города, и тоже разные площадки, это и фестивали московские, это и Останкинская башня, и парки, и скверы Москвы, где мы предоставляем не только продукт, но вот именно такую занимательную, развлекательную, образовательную программу. И, конечно же, таким масштабным проектом, который обычно совпадает с Днем города, является Спасская башня или Спасская башня детям, где мы, в общем-то, с гордостью можем сказать, что уже 10 лет являемся партнерами, и там, безусловно, тоже, ну, целый массив различных мероприятий, интерактивов, которые проходят и офлайн, и онлайн, и мы, безусловно, поддерживаем. Если пройтись дальше от осени, там, День знаний, к Новому году, например, это, конечно, тоже рождественские новогодние праздники, такой любимый период для всех, и в особенности для детей.
И несколько лет подряд нам удается делать такие интересные мероприятия с Дедом Морозом. В этом году у нас был главный Дед Мороз страны, который посетил нашу фабрику, как мы сказали, правильно, волшебной своим волшебным посохом, значит, произвел мороженое. Наряду с посетителями фабрики детьми сторонними были и детки наших сотрудников. Конечно, это был бурный восторг, когда Дед Мороз исполнял желание. Агнеса, а вот помимо событийной такой части, да, помимо поддержки разных мероприятий, я знаю, что Баскин-Роббинс активно развивает в России, ну, пока еще, согласитесь, новую для нашей страны культуру семейных кафе. Вот как сейчас продвигается эта работа, и понятно, что пандемия вируса внесла здесь свои коррективы, негативные, конечно, безусловно, но остановит ли это вас в реализации ваших планов? Спасибо, Вадим. На самом деле, действительно, мы, в общем-то, являемся тоже по праву, можно сказать, пионерами франчайзинга, во всяком случае, в нашей стране, а, в общем-то, возможно, и в мире. Вот. И тоже эту традицию бережно поддерживаем. И у нас есть действительно такие семейные, династийные кафе, которые с самого начала, еще до открытия фабрики, существуют, например, в Великом Новгороде. Уже третье поколение ведет бизнес по Баскин-Роббинс. А так вообще более 50% наших кафе являются именно семейным бизнесом, по полным правам можно так говорить. Но если, опять-таки, вот сочетать все-таки, чтобы там как-то завершить тему событийных вот этих вот, да, мероприятий, то можно сказать, что также вот эти семейные кафе получили, наверное, определенный такой вот мотивационный импульс, когда московский Дед Мороз в 20 городов нашей страны, в 20 регионов отправился в путешествие с тоже интерактивами, с подарками, с различными образовательными тоже такими семинарами. Ну, это еще раз такая более часть событийная. Если говорить по бизнес такой ориентации, конечно же, здесь несколько аспектов можно затронуть. Это и поддержка семейного бизнеса как такового по франчайзингу. И, конечно же, здесь возможности, несмотря на сложности, экономические кризисы, которые были в 2009 году, в 2014 году, сейчас, вот франчайзинговая модель и франчайзинговая модель, составленная на успешных, надежных бизнесах, кризисоустойчивых, она, конечно же, дает возможность, в общем-то, надеяться и рассчитывать на то, что когда кризис завершится, можно будет продолжить, может быть, даже с новой силой, с новым импульсом успешно этот бизнес. Во всяком случае, история нашего бренда, история нашей компании показывает, что мы все кризисы успешно преодолевали. И, в общем-то, это благодаря, конечно, мы считаем, и продукту уникальному, и благодаря вот этим стандартам, услугам, которые мы предоставляем, и благодаря определенной политике экономической, которую мы ведем в отношении наших партнеров. То есть да. Каждый кризис стараемся помочь, поддержать, не повышать цены, дать какие-то дополнительные услуги, дать возможности открытия кафе, например, по нулевой франшизе и так далее. Я не буду сейчас... Да, спасибо большое, Агнеса. Да, мы сегодня здесь в таком динамичном режиме, потому что спикеров у нас... Очень много это радует. Это радует, что компании, во-первых, продолжают, несмотря ни на что, свою работу в сфере корпоративной социальной ответственности, а во-вторых, что у нас так много тех, кто готов публично говорить о своей деятельности. Ведь вспомните, еще несколько лет назад вся корпоративная социальная ответственность, она была где-то в тени или в лучшем случае представлена корпоративной благотворительностью. Да? А вот сейчас в вашем выступлении я особо отмечу, что первое, вы о чем сказали, это качественный продукт. Это вот самая главная, наверное, социальная ответственность всего бизнеса, да, помимо налогов и иных обязательных платежей. Спасибо вам большое. Агнеса Осипова сегодня с нами, президент Баскин-Роббинс. Пожалуйста, не отключайтесь, у нас будут еще вопросы. Мы в диалоге продолжаем. И вместе с нами сегодня Елена Фомина, директор по работе с персоналом MSD. Ну, конечно, на 10-й неделе самоизоляции, да, вот этого режима, который продолжается в нашей стране, мы уже все привыкли к тому формату, который называется удаленка, уже песни про это слагают. Но, тем не менее, как вам крупной фармкомпании удалось перейти на этот режим? Ведь это тоже важная часть
такой социальной ответственности, чтобы родители в этот тяжелый период были вместе с семьями, да, а не пользовались вынужденно общественным транспортом, если работодатель требует от них, допустим, обязательного присутствия в офисе, да, и никак не поддерживает вот эту инфраструктуру удаленки. Угу. Коллеги, добрый день. Вадим, большое спасибо за слово. Расскажу о том, как мы перешли на режим удаленной работы в нашей организации и на чем строятся основные наши фокусы поддержки наших сотрудников. Мы действительно уверены, да, что нашим основным ключевым ресурсом и успехом компании являются наши сотрудники. Поэтому мы, будучи фармацевтической компанией, деятельность которой направлена на улучшение качества жизни наших пациентов, конечно же, со всей ответственностью относимся к заботе о благополучии наших сотрудников. Мы перевели всех сотрудников на дистанционный режим, но помимо, наверное, основной задачи, которая стала перед нами, это эффективная работа, да, дистанционно, мы перед собой еще ставили цель о правильном балансе, да, о правильной организации жизни в целом. Потому что более 75 сотрудников нашей организации являются еще и родителями. И это не только про освоение каких-то новых диджитал-инструментов, но это также про то, как организовать свою жизнь, как помочь нашим детям в дистанционном обучении, как правильно нормализовать их жизнь. Они ведь тоже столкнулись первый раз с такой новой реальностью, да, дистанционного, какой-то дистанционной коммуникации, отсутствия личного общения. Вот, поэтому, безусловно, наша семья там требовала от нас еще дополнительных каких-то фокусов и внимания. И в нашей компании существует программа благополучия, основной философией которой является поддержание физического и эмоционального баланса наших сотрудников. Но мы для себя пересмотрели определенные принципы и поняли, что в период как раз коронавируса нам необходимо усилить нашу программу и внести в нее ряд изменений. И то, с чего мы начали, мы наполнили нашу платформу, наш сайт, который посвящен как раз программе благополучия Livit. Первое, да, это какими-то важными и ценными рекомендациями о правильном балансе, о том, как правильно организовать свое рабочее и личное пространство. Мы организовали ряд сессий с семейным психологом, которая со своей стороны тоже помогла нашим сотрудникам расставить правильные акценты, сформировать привычки в новой такой нашей реальности, правильные акценты между работы и заботы о детях, о нашей семье. Мы организовали поддержку нашего физического здоровья рядом с сессией и продолжаем эти сессии на регулярной основе, когда наши внутренние тренеры, это наши сотрудники, ведут спортивные различные там зарядки, мероприятия для всех сотрудников компании. Но делают это они иногда и даже часто не одни, а один из членов нашей управляющей команды проводит тренировки со своими детьми, которые ему активно очень помогают, и мы видим, что формируется определенная культура, когда мы дополнительно вовлекаем наших детей, да, рассказываем, делимся, чем занимаются родители, показываем, да, о том, как выглядит компания изнутри, вот, и сформируем тоже совместные привычки о здоровом образе жизни. Но на этом мы тоже не остановились. В нашей программе благополучия появился отдельный раздел, который называется «Live it for kids». Это раздел направлен именно на детей наших сотрудников. И здесь мы подошли тоже с разных сторон. Мы организовали журнал, детский журнал, где это тоже такой некий интерактивный формат. Есть различные ссылки, они могут путешествовать по разным городам, изучая полезные ссылки на всякие космические исследования и так далее, на зоопарки. То есть все то, что может помочь организовать досуг наших детей. Очень интересный формат, был замечательно встречен детьми наших сотрудников, очень много положительной обратной связи. Мы со своей стороны также там поделились энциклопедией по коронавирусу для наших детей, будучи фармакомпанией, конечно, образовательная там история является одной из наших основных задач. Для маленьких наших детишек мы организовали онлайн детский садик, когда вместе с воспитателем, тоже помощь мамам и папам, дети занимались там лепкой,
изучением животных, каких-то других мероприятий, да, и какие-то у них были увеселительные мероприятия. Поэтому все вот подобные инициативы были направлены в первую очередь в поддержку наших родителей, наших сотрудников, в помощи организации рабочего и личного пространства для них. Но... Елена, я знаю, что у вас есть проект с Министерством здравоохранения, да, посвященный волонтерству. Я почему про эту тему спрашиваю? Сегодня были опубликованы результаты опроса Левады, опросили молодых россиян, да, так называемое поколение Z, и спросили про доверие. Вот кому доверяют россияне поколения Z? На первом месте президент, на третьем месте армия, а на втором месте волонтерские движения. Поэтому это становится такой важной частью нашей жизни. Расскажите про ваши практики здесь, про этот проект. Да, Вадим, большое спасибо. Я как раз к этому и переходила, да, о том, что в нашей компании действительно работает очень большое количество неравнодушных людей. И опять-таки, да, большинство наших сотрудников являются сотрудники, у них есть образование медицинское, либо высшее, либо среднее медицинское образование, да, поэтому мы очень рады, что некоторые из наших сотрудников в координации с Министерством здравоохранения оказывают помощь сейчас для как раз медицинской, да, медицинской помощи в различных поликлиниках и стационарах, да, там, где нужна и необходима дополнительная помощь. Опять-таки, это не ограничивается этим, да, у нас сотрудники без медицинского образования также получили возможность стать волонтерами, и вместе там с проектом «Мы вместе», да, это речь идет о доставке лекарственных препаратов и различных средств защиты на дом. Мы поддерживаем несколько платформ, которые сейчас как раз с фокусом на коронавирус, это взаимопомощь там 24 и помощь рядом, да, усилиями наших сотрудников. И также мы понимаем, что сейчас помощь нужна не только, да, в оказании там лекарственных препаратов, но и также всем тем, кто находится в сложной для себя ситуации. Поэтому мы тоже усилиями наших сотрудников продолжаем поддерживать фонд «Старость в радость». И на прошлой неделе у нас было посещение нескольких домов престарелых, да, которым была оказана определенная там помощь, да, со стороны наших сотрудников. Мы собрали необходимые тоже по списку, да, там различные препараты, и, там, продукты питания и так далее, которые были необходимы. Вот, поэтому все мы это продолжаем делать. Также для нас важным очень компонентом нашей корпоративной культуры является как раз многообразие команды, инклюзивную среду. Мы стараемся поддерживать эту инициативу волонтерства и благотворительности, да, в лицах наших сотрудников. И нам успешно это удается делать, на мой взгляд. И мы видим все, что больше и больше количество людей откликаются. И действительно, вот именно в период коронавируса многие наши коллеги очень проактивно выходят сами на связь с нами, предлагают какую-то помощь, спрашивают, в каких регионах России она наиболее актуальна. Вот, и мы видим действительно большую готовность помогать. Да? Вот, спасибо большое. Спасибо. Елена Фомина с нами. Сегодня директор по работе с персоналом МСД. Ну что ж, дорогие друзья, идем дальше. Ирина Бахтина у нас на связи. Здравствуйте, Ирина. Ну, не могу, как и весь российский сегмент Facebook, не поинтересоваться о вашем здоровье персонально. Но и переходя к теме нашей сегодняшней дискуссии, нашего КСО-толка, спросить о детских программах брендов Unilever. Ведь тема-то очень непростая с корпоративной точки зрения. Ведь для многих детей бренд является не только, ну, собственно, продуктом потребления, но и в какой-то степени учителем. И вот чему он бренд научит, это большой вопрос. Абсолютно идеологом. Спасибо большое, Вадим, за вопросы. Очень рада видеть всех коллег. Давно не виделись. Я свой личный ковид-челлендж прошла и с сегодняшнего дня, в общем, в полном, так сказать, объеме в строю. Спасибо за приглашение. Что касается вопроса, вопрос непраздный, потому что действительно мы видим, что брендам очень сложно отстоять свое право на вот эту сложную территорию, да, решение каких-то больших, значимых социальных проблем, особенно там, где, в общем, давно и прочно государство себя заявило как монополист, да, на все правильные, эффективные решения. И поэтому бренды как-то, в общем, не удивляют нас уже тем, что, да,
с одной стороны, своими социальными программами активно вовлекают свою целевую аудиторию в процесс вот этого самого потребления и приучают в том числе и детскую аудиторию потреблять в том или ином определенном ритме. Решает ли это задачи большие, важные, социальные? К сожалению, вопрос, потому что не всегда, к сожалению, можем увидеть, что бренд своей программой может способствовать тому, чтобы у молодого поколения была сформирована и культура ответственного потребления осознанного, и культура такого критического восприятия, обработки маркетинговой информации, да, и, собственно, культура самодостаточности. К чему клоню? Клоню, собственно, к индустрии красоты. Это наша тема уже не новая. Я думаю, что все, кто так или иначе сталкивались с брендом DAF, который, казалось бы, какое имеет отношение к индустрии красоты. И нам достаточно часто так немножко свысока представители этой самой индустрии говорят о том, ну что вы со своим брендом мыло, средств гигиены, значит, вот с каким-то, как в пословице, рылом в калашный ряд, да. Индустрия красоты – это про другое. Но вот это про другое, к сожалению, на протяжении многих поколений сформировало и способствует до сих пор формированию действительно нездоровых стереотипов у подрастающего поколения, да, когда немножечко, а порой и существенно искажается реальная значимость тех или иных материальных вещей. И когда сегодня, вот уже со всеми достижениями цивилизации, да, и со всеми теми знаниями, которые молодежь черпает и может действительно смотреть из разных источников, 8 из 10 девочек во всем мире, тут нет абсолютного разделения на развивающиеся или развитые экономики, настолько стесняется своей внешности. А я вот как мать как раз 9-летней девочки, собственно, очень переживаю по этому поводу, что стесняется посещать пляж, бассейн, часто пропускает это вот как фармацевтическая индустрия, обратите на это внимание, пропускает критично важные визиты к врачу, потому что стесняется, да, своей внешности. И, собственно, следует каким-то нездоровым планам коррекции фигуры уже в таком раннем возрасте. А в дальнейшем такие дети, такие подростки, подрастая, ставят, по сути, крест на реализации своего потенциала, более подвержены каким-то внешним манипуляциям и, наверное, заведомо уже на дискриминационные условия более готовы идти и в своей какой-то личной жизни, и на работе. Поэтому, в общем, наверное, не случайно DAF, как бренд, который чуть-чуть извне смотрит на индустрию красоты, это действительно бренд косметической продукции, но в большей степени такой вот первой необходимости, той самой, давно и последовательно, вот уже порядка 16 лет не сходит со стези объяснения и попытки формирования более взвешенной культуры, культуры самодостаточности, культуры адекватной самооценки у девочек и молодых женщин. 20 миллионов человек бренду удалось охватить за вот этот период времени своими образовательными семинарами, своими программами. Россия или глобально? Во всем мире, безусловно, это не Россия. Россия 700 тысяч девочек-подростков, если вот нам позволят открыть экран, я, наверное, попробую продемонстрировать слайд, который покажет эти цифры и какие-то изображения из последнего года реализации программы как раз в России, где эта программа проходит как в формате образовательных семинаров на базе средних общеобразовательных учреждений. Программа согласована с НИИ охраны здоровья детей и подростков, но также и в очень интерактивном, интересном формате со звездами, с признанными экспертами, ну вот Людмила Владимировна Петрановская, кто не знает, да, такого эксперта, или сейчас артист Манижа, это лидер мнения, которая рассказывает очень откровенно, да, в своей коммуникации о своих стереотипах, тех, которые во многом мешали ей во время, в период становления и творческого в том числе. Материалы включают, это не только образовательные, да, интерактивные семинары, это, безусловно, и работа, опять же, с психологами, с профессионалами,
в том числе и в индивидуальном формате. Родители тоже подключаются, да, потому что от них зависит очень много. И часто мы, к сожалению, слышим, что вместо того, чтобы выходить на правильное восприятие себя и окружающих, родители, действительно, вот какая-то искаженная история, такой ответный удар, начинают перехваливать или как-то передавливать эту ситуацию, говоря там своим девочкам, что ты лучше, несмотря ни на что. Тоже, наверное, не самая правильная история с точки зрения дальше уже и выравнивания, и развития эмоционального и социального интеллекта. В этом смысле бренд все-таки привержен, да, своей идее о том, что молодое поколение для того, чтобы максимально эффективно в дальнейшем раскрывать свой потенциал, да, и творческий, и профессиональный, должно изначально выходить с нормальными, какими-то более-менее выровненными условиями с точки зрения своей самооценки. Должно быть положительное, спокойное отношение к себе и к окружающим, и никаких перегибов или какой-то гипертрофированной значимости материальных вещей. Я в свое время, вот так завершая уже, подчеркну, столкнулась, мы часто видим это в рекламе, да, меня потрясла реклама одного просто роскошного бренда моды, который посмел или позволил себе выпустить коллекцию для детишек вот типа моего ребенка, да, в том же возрасте, я имею в виду, с надписью «Я говорю на языке только этого бренда», то есть там было название бренда. Мне кажется, вот такая реклама, она очень четко показывает, куда нам не надо идти, это совершенно никак не ассоциируется с нашим будущим, правда? И мне кажется, пандемия во многом способствовала тотальной переоценке ценностей, что важно в этой жизни здесь и сейчас, а что, наверное, можно отложить, это не так важно, это может подождать, а может быть и вовсе нет необходимости. Да, Ирина, вот короткий вопрос. Бренд берет на себя, ну, некую такую просветительскую, политическую, общественно-политическую функцию, да, привлекая внимание к определенным проблемам. А как здесь не навлечь на себя риски? Я просто смотрю сейчас в ожидании вопросов от зрителей на трансляцию РБК в Фейсбуке, и там почему-то комментарии, что у нас тут съезд сторонников одной политической партии, ну какие-то интернет-тролли, да, вот пишут комментарии, обвиняя нас в политизированности некой. Вот как тут избежать бренду таких оценок, таких рисков? А избежать не удастся, потому что в любом случае не молчат конкуренты, в любом случае недовольство индустрии красоты, оно ярко выраженное, но при этом подобные движения, как движение DAF и программа самооценки DAF, оно во многом спровоцировало переоценку ценностей внутри самой индустрии красоты, индустрии фэшн, потому что когда давление идет от такого большого, массивного бренда, то есть это тот бренд, который, как мы говорим, он кормит не парочку миллиардеров, он кормит миллиарды, да, то есть это бренд, который, по сути, с одной стороны, служит интересам людей на всей планете, да, с очень средними доходами, а с другой стороны, действительно, мы знаем о том, что акционеры Unilever — это миллионы, сотни миллионов акционеров по всему миру, поэтому здесь, ну, как бы вот без движения и без ощущения того, что это большое социально значимое движение, никуда. И, конечно, когда оно нащупывает какую-то острую, действительно больную проблему, всегда будет обратная реакция. Это важно. Когда проблемы выдуманные или высосанные из пальца, тогда, конечно, все будет замечательно, реакции никакой не будет, либо будет игнорирование, либо, пожалуйста, размещайтесь платно, мы как бы спокойно, так сказать, разместим ваши социально значимые программы бренда. Спасибо. Да. Два слова буквально об искренности бренда DAF говорит тот факт, что когда буквально на днях он вышел с роликом благодарности врачам российским в данном случае, да, в России, в нашей стране, очень многие агентства, с которыми мы работаем, стали ставить его бесплатно. У нас нет бюджета на его размещение. Все средства были направлены на саму материальную помощь врачам и медицинскому персоналу. И мне кажется, это главный показатель, когда движение завоевывает популярность и поддержку, и никто даже не заикается о том, что нужна какая-то коммерческая составляющая, чтобы эти идеи продвигать. Спасибо большое. С нами Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever. Уже упомянут несколько раз был сегодня и Агнес, и Ирина, и малый и средний бизнес, которому сейчас, конечно же, очень-очень нелегко, подушки прочности нет, а
во многих секторах экономики деятельность бизнеса фактически приостановлена, падает спрос, и, конечно, сейчас малому и среднему бизнесу не до широких программ, наверное, выплата зарплаты собственным сотрудникам. Есть основа корпоративной социальной ответственности. Так ли это? Мы об этом спросим Анну Золотаревскую, которая представляет Московскую торгово-промышленную палату, является председателем комитета этой организации по корпоративной социальной ответственности. Ну и как, собственно, сейчас обстоят дела в этом сегменте, уважаемая Анна? Вадим, добрый день, коллеги. Ну, я бы хотела сказать первое, что именно в том понимании, как у крупных компаний программа КСО, это, конечно, не для бизнеса, да, потому что не для малого и среднего бизнеса, потому что малый и средний бизнес не обладает такими ресурсами и такой направленностью программ, чтобы их обеспечивать в полной мере. Но, тем не менее, что мы сделали в палате, это мы создали реестр социальных проектов некоммерческого сектора. Мы с ними дружим, мы поддерживаем отношения, мы их развиваем, и мы налаживаем связь между бизнесом и некоммерческим сектором и реализацией их социальных программ. В каком виде это у нас происходит? На данный момент у нас организовано несколько рабочих групп. Есть группа ЦОР-5, где собрались общественные лидеры направления женские лидеры, и там мы собираем социальные проекты. На данный момент мы сегодня будем проводить такую конференцию, где соберем социальные проекты, направленные на поддержку детства. Непосредственно при палате мы проводим проекты, это в рамках занятости трудоустройства людей с инвалидностью, это довольно-таки такая тяжелая, сложная тема. Опять-таки, мы и трудоустраиваем, да, мы содействуем трудоустройству, но у нас на палате мы имеем возможность вести деятельность в рамках выдвижения и определения законодательных инициатив для того, чтобы их потом продвигать непосредственно в Думу, на данный момент Мосгордуму, для того, чтобы менять законодательство в области квотирования рабочих мест. Мы здесь прекрасно понимаем и крупный бизнес, и малый, и средний. Для того, чтобы способствовать развитию этой тематики, мы вот участвуем и в таких проектах социальных в рамках, опять повторюсь, занятости трудоустройства людей с инвалидностью. Это и ментальная инвалидность, и аутистический спектр, и ребята-спинальники. Мы сейчас организовываем также ассоциацию практикующих экспертов в рамках занятости трудоустройства для того, чтобы давать ту оценку, те проекты, которые проводят в том числе и крупные компании, для того, чтобы эти проекты все-таки собирать в единую систему и продвигать эту тему, формировать ее как единую систему занятости трудоустройства. Также мы поддерживаем программы, которые связаны непосредственно с профориентацией и доступностью профориентационных программ, онлайн-программ и для ребят с инвалидностью, и для многодетных семей, для того, чтобы иметь доступ именно к профессиям будущего, которые будут востребованы и на открытом рынке труда. То есть мы все-таки за ту систему, которая будет пролонгированно сопровождать ребенка от решения детских проблем в рамках с его здоровьем, его обеспечения спортом, образованием, занятостью. Дальше это у нас пролонгируется в профориентационные программы, которые мы поддерживаем, и дальше уже занятости трудоустройства. В перспективе у нас программы это по сопровождаемому проживанию. Опять-таки у нас идут уже переговоры с фондами, которые это занимаются, этими программами. Мы рассматриваем, какими ресурсами мы можем здесь поддержать. Если говорить, что в рамках пандемии, как вот здесь участвует бизнес, вы знаете, я была поражена, насколько люди отзывчивы, и как мы быстро организовали помощь по доставке горячих обедов. Это и волонтеров, которые обеспечивали семья с инвалидами здесь сейчас в Москве. Эта акция продолжается. Мы ровно в 5 часов забираем горячие обеды из школы Новиковой и развозим им по Москве, по горячим точкам. Также мы эти обеды сейчас будем поставлять, постараемся. Там очень сложный такой вот медицинский контроль. Это мамам, которые лежат с детьми с онкологией, потому что мам, они не обеспечены едой, да, они только сопровождают ребенка, там есть свои сложности, но есть и свои сложности к доступу к ним и решению таких вот проблем пропускных, что можно передавать и как передавать.
В плане программ, какая у нас еще программа идет, очень сейчас интересно, эту программу мы формируем по финансовой грамотности для детей. То есть как у нас происходит процесс? Мы довольно-таки известные, доступные, ну, в плане коммуникации, точка, да, сбора таких социальных проектов. Мне звонят, либо звонят нашим коллегам и говорят, вот у нас есть такая-то социальная идея, помогите нам ее оформить. И мы занимаемся с этими коллегами, мы формируем проект, мы его оформляем в рамках и как он должен развиваться, каких мы можем здесь подключить партнеров из своего доступа, из своих ресурсов. То есть мы их формируем не на основе финансового обеспечения, потому что у нас есть партнер здесь, это гранты. Мы понимаем, как запустить этот проект, как его оформить, чтобы он получил субсидию. И дальше мы уже, вот так как общественность, мы его поддерживаем. Для нас это очень важно, иметь у себя доступ к тому сообществу некоммерческой структуры, да, и малого и среднего бизнеса. И здесь нам помогает, конечно, взаимоотношения сетевая организация внутри торговых промышленных палат Российской Федерации, которой мы успешно пользуемся. У нас такой же, ну, по прототипу нашего комитета был организован в Екатеринбурге. Это комитет по социальным проектам в Казани мы сопровождали. Сейчас у нас организован совет по социальному предпринимательству в городе Туле. То есть мы делимся опытом, мы обмениваемся внутри этих проектов своими ресурсами, и таким образом мы их поддерживаем. Спасибо большое. Действительно, обмен опытом и вдохновение – это то, может быть, банально забытое, да, что нам сейчас очень нужно. И вот когда мы оказались физически далеко друг от друга, да, возможность поддерживать контакт и иметь доверительные партнерские отношения действительно дорогого стоит. Алла Мишина сегодня с нами, старший советник по устойчивому развитию и внешним связям с Алым Петролиум. Здравствуйте, Алла. И как ваша компания, компания очень большая и имеющая дело со стратегическими такими ресурсами нашей страны, как она для себя находит здесь коммуникацию и какие проекты реализует? Здравствуйте, Вадим, здравствуйте, коллеги. Приветствую также слушателей и зрителей нашей трансляции. И прежде всего хотела бы поздравить всех с Международным днем защиты детей, который, в принципе, напоминает нам о том, что мы взрослые, когда-то тоже были детьми, и мы ответственны за то, чтобы сделать будущих юных сограждан счастливыми, гармоничными личностями, которые будут готовы к вызовам современности и смогут их достойно побороть, эти вызовы. Хотела бы рассказать вкратце о нашей компании. Компания «Салон Петролиум» была создана на паритетных началах компании ПАО «Газпромнефть» и международным концерном «Shell» для освоения нефтяных месторождений в Западной Сибири. В нашей компании работает более 1000 сотрудников. Мы добываем нефть на месторождениях в Западной Сибири, как вы поняли. Суммарно наша добыча составляет более 89 миллионов тонн. И добываем нефть мы из порядка 1500 скважин. В своей деятельности мы придерживаемся принципов устойчивого развития. Для нас это не только бизнес-стратегия, но и культурный код нашей компании. Принцип устойчивого развития заложен в наши стратегические документы, также закреплен в нашей карте сбалансированных показателей. Таким образом, устойчивое развитие, наши показатели в этой деятельности, они влияют на показатели деятельности как всей компании, так и каждого отдельного сотрудника. Потому что каждый сбалансированных показателей является термометром действия работы нашей компании. Хотела также сказать, что все наши принципы, которые мы применяем внутри компании, мы также транслируем вовне. Один из принципов, которого мы придерживаемся, это постоянное образование и обучение. Мы придаем этому принципу огромное значение и, соответственно, уделяем большое значение формированию образовательных программ в регионе нашего присутствия. Что конкретно мы делаем? Мы считаем, что образование – это залог поступательного развития региона и той территории, на которой мы работаем. Поэтому мы активно поддерживаем образовательные программы в регионе, иногда инициируем их сами. Одним из больших вкладов в устойчивое развитие и социальную ответственность
являлось строительство и открытие детского сада в поселке Салым непосредственно на той территории, на которой мы работаем. Сейчас этот детский сад является одним из лучших в Ханты-Мансийском автономном округе, и его посещают более 300 детей. Помимо этого, мы пытаемся с малых лет привить детям культуру экологической ответственности и заботу о природе, и о родном крае. Мы проводим различные программы экологического просвещения, программы, направленные на понятие экологической ответственности среди детей, а также среди взрослых. И считаем, что дети в данном случае являются проводниками этих знаний и несут эти знания, бережное отношение к природе, в свою семью, к своим братьям и сестрам, к своим родителям. Безопасность – это еще один из приоритетов нашей деятельности, это наш образ жизни. Как вы понимаете, наша компания, производственная компания, связанная с повышенными производственными рисками. Мы работаем на производственных объектах высокого уровня опасности. И поэтому безопасность для нас не пустой звук. Для нас культура безопасного производства – это то, что окружает нас. Культура вмешательства, культура заботы друг о друге, заботы о своих соседях. Под соседями я подразумеваю ту территорию, на которой мы работаем. Соответственно, мы не могли остаться безучастными к вопросам безопасности и на территории нашего присутствия. Мы организовали программы в области продвижения безопасности дорожного движения. Как известно, безопасность дорожного движения, она является проблемой, зоной для улучшения как на территории нашего присутствия в Ханты-Мансийском автономном округе, так и вообще. Да по всей России, чего тут говорить. Да, вы правы. Плюс все это можно помножить на сложные погодные климатические условия и порой несовершенство дорожной инфраструктуры. Поэтому мы стали заниматься просвещением в области безопасного дорожного движения. И эта программа у нас комплексная, она рассчитана на разные слои населения, на детей, на взрослых. Она затрагивает аспекты дорожной инфраструктуры, просвещения. Но сейчас я хотела бы просто рассказать о тех программах, которые направлены у нас на детей. Так как сейчас тема у нас программы для детей. Создали программы для детей. Мы создали специальные площадки по безопасности дорожного движения, которые функционируют в школах и в детских садах на той территории, в том регионе, в котором мы работаем. Ежегодно, каждый учебный год проводится работа со школьниками, с воспитанниками детских садов, с привлечением инспекторов ГИБДД, которые рассказывают детям в простой игровой форме, что такое безопасность дорожного движения. С детства учат их азам и принципам. Почему это важно? На территории, на которой мы работаем, это сельская местность, и дети не имеют возможности порой видеть всех тех опасностей, которые сопровождают школьников, дошкольников на территории больших крупных городов. Соответственно, мы обучаем их тому, что когда они приедут в большие города, они будут уже знать, что такое безопасность дорожного движения, как надо себя вести так, чтобы быть ответственным пешеходом в данном случае. Но программы безопасности дорожного движения, они рассчитаны, естественно, не только на школьников и дошкольников, но также и на взрослых участников дорожного движения, на водителей. Еще одна область, в которой мы работаем, это программы в области профориентации и тренинга. Мы проводим образовательные тренинги для школьников местных школ. И эти тренинги направлены на повышение финансовой грамотности, на обучение школьников навыкам предпринимательства, на обучение цифровым навыкам, презентационным навыкам, порой тем навыкам, которых не хватает, которые сейчас называются И это то, что не хватает нам, как жителям нашей страны, то, чему не обучают даже сейчас школьников в школах, и то, от чего зависит их возможность, будущая карьера. Потому что все говорят о том, что
навыки, вот эти вот мягкие навыки влияния, они вошли в список 10 критически важных. Да, ну, мягкие навыки наши все. Алла, спасибо большое. Мы идем дальше и желаем успеха с Алым Петролиум, конечно же, безусловно. Вообще корпоративная социальная ответственность – это про подготовленность. Да? Вот у нас Норильский никель провел интернет в город Норильск, да, и, а вот сейчас на удаленке что бы там делали, интернета бы не было и так далее. Поэтому если подготавливать ребят с детства, собственно, к будущей профессии, если прокачивать те самые soft skills, о которых уважаемая Алла только что сказала, то ребята, естественно, научатся очень быстро искать себе работу и искать свое место в жизни. Я думаю, об этом нам также расскажет Анна Семерякова, руководитель благотворительных и волонтерских программ KFC, генеральный директор благотворительного фонда «Открывая горизонту». Собственно, Анна очень много работает с детскими домами. Я думаю, не открою большому тайну профессионального сообщества. Сама является, как это правильно сказать, да, мамой, которая взяла детей в свою семью, за что, Ань, тебе, конечно, огромное наше человеческое спасибо. И это понятно, что для тебя КСО и вот некая личная такая пассионарность, это не пустой звук. Большое тебе за это спасибо. Но что делает ваша компания и как это влияет на бизнес? Ведь КСО – это еще и про бизнес. Да, спасибо, Вадим, за такую приятную подводку к моему выступлению. Добрый день, коллеги, добрый день, участники. И если позволите, я включу презентацию, чтобы можно было наглядно видеть то, о чем я рассказываю. Я расскажу о двух больших социальных проектах KFC, которые направлены на помощь и поддержку детей и молодежи, и, конечно же, о том, как они влияют на бизнес. Первый проект, он больше маркетинговый и рекламный. Это проект KFC Battle, который 7 лет уже идет, и направлен на развитие детско-юношеского спорта, активного образа жизни, молодежной культуры. Если совсем просто, он про то, чтобы поднять молодежь с дивана и заставить выйти на улицу поиграть в футбол, стритбол, поучаствовать в танцевальном батле, ну или также принять участие в каких-то онлайн-конкурсах. Конечно, там огромная маркетинговая составляющая, там очень много рекламы, но социальная часть этого проекта в том, что молодежь, подростки с 14 лет, которые участвуют, получают возможность участия, возможность развития своих навыков, возможность разностороннего, опять же, развития. Видите, здесь как много направлений в этом конкурсе. И все это для них абсолютно бесплатно. Плюс это поездки в города на фестивали, плюс это призы, которые они получают. То есть это действительно возможность для развития, и ребята потом получают такой большой заряд энергии, который им помогает развиваться дальше. А второй проект, который есть у KFC, он изначально задумывался совсем не про бизнес и совсем не про какую-то пользу, а как такая филантропическая идея про учреждение фонда. А в 2015 году KFC учредил благотворительный фонд «Открывая горизонты», который свою миссию записал как открыть горизонты для подрастающего поколения и помочь молодежи успешно начать взрослую жизнь. Работали с детскими домами, да, действительно начали эту работу, нашли очень хорошего партнера, который занимается развитием детей в детских домах. Но в ходе реализации этого, скажем так, проекта он прошел очень большие корректировки, большие изменения. И вот то, какие изменения произошли, они сказались на бизнесе. И в этих изменениях я уже принимала непосредственное участие, поэтому могу рассказать, скажем так, от первого лица. В 2016 году, когда мы начали посещать мероприятия в детских домах сами, которые реализовывал партнер, мы увидели, что для ребят 12 лет, с которыми мы работали, не так важен контент образовательной программы, которую мы им даем, насколько важно взаимодействие и общение с волонтерами, которые приезжают. Волонтеров тогда было немного, их было всего несколько человек на каждом мероприятии, они помогали их проводить, играли какие-то роли в образовательных играх. И вот это самое общение с волонтерами было самым ценным для ребят, потому что показывало им жизнь за пределами их детского дома.
И вот тогда мы приняли, буквально не побоюсь этого слова, решение поменять немного формат программы и начали активно и массово вовлекать корпоративных волонтеров в эту программу. И в течение 16, 17, 18 года мы создали совершенно другую программу, в которой основная роль была не на замечательном контенте, который связан с навыками, с профориентацией, с социализацией, а был связан с взаимодействием ребенка и взрослого. И самая ценная роль волонтера – это позитивная ролевая модель этого взрослого, которая помогала ребенку ответить на вопросы, помогала ему как-то сориентироваться в жизни. А дальше, когда мы вот эту пользу для детей получили, волонтеры стали активно ездить в детские дома, количество волонтеров достигло 1000 человек только в этой программе, мы увидели последствия, которые уже получила компания, получил бизнес. И в начале 2019 года мы эти последствия решили зафиксировать, проведя масштабное исследование эффективности корпоративного волонтерства и влияния его на бизнес. И результатом исследования стал конкретный вывод. Корпоративное волонтерство позитивно влияет на компанию, на команду и на клиента. Для компании это возможность развития персонала, это повышение лояльности сотрудников, это больше удовлетворенности их работы. И это в итоге сказывается на текучести кадров, в итоге сказывается на наборе сотрудников. Для самих сотрудников и для команды это возможность прокачать свои навыки. Один из моментов, когда мы поняли, что программа имеет, волонтерская программа имеет какие-то дополнительные плюсы, кроме помощи детям, когда у нас руководители стали в волонтерство отправлять людей специально, предлагать им это, в этом участвовать, чтобы они прокачивали себя. И теперь у нас даже в компании есть отдельная программа развития персонала «Heartlead People», девиз, который хочет прокачаться, стать волонтером. Потому что действительно те навыки, которые ты можешь прокачать, общаясь с ребенком в детском доме, организуя волонтерское мероприятие на производстве, особенно на производстве KFC, в ресторане это сделать достаточно сложно. А если ты еще при этом можешь стать лидером команды, тут у тебя прокачка лидерских навыков. Ну и, конечно, это повышение эффективности работы команд. В исследовании это было очень хорошо замерено. Те команды ресторанов, те команды франчайзинговых компаний, которые имеют волонтерское направление, волонтерские команды, работают более эффективно, с большей производительностью и результат налицо. Ну, естественно, это сказывается на клиентах, потому что один простой пример приведу. В исследовании нам сказали, что ребята, которые ездят волонтерами в детские дома и зазывают детей участвовать в мероприятиях, потом, стоя на кассе, предложить дополнительный соус им достаточно легко, легче, чем остальным сотрудникам. Поэтому, естественно, клиент получает более качественное обслуживание. Ну и, естественно, узнавая о том, что ресторан и команда данного ресторана делают какие-то добрые дела, повышается и лояльность. В итоге польза бизнеса оказалась неоспоримой, и дополнительные возможности мы получили в период самоизоляции, как это ни странно. Мы перевели программу в онлайн-формат, потому что никак не могли бросить детей, оставив их в полной самоизоляции в детском доме. Начали проводить также через Zoom онлайн-мероприятия и получили новый приток волонтеров. Те люди, которые не могли, не имели возможности ездить и физически в учреждения, с удовольствием поучаствовали в онлайн-мероприятиях, рассказали детям о своих профессиях, провели какие-то мастер-классы. Ну и самое для меня позитивное, наверное, в этом, во всей этой истории, в День защиты детей все-таки будет не про бизнес, а про то, что дети в детских домах становятся членами семьи наших волонтеров. И это, наверное, самое главное. За два с половиной года реализации программы вот такого массового лечения волонтеров, кроме тысячи ребят, тысячи сотрудников, которые ездят и участвуют в групповых мероприятиях, мы получили порядка 80 индивидуальных наставников. Это ребята, которые стали конкретными наставниками у ребенка. И получили более 30 уже приемных родителей, которые забрали 27 детей в свои семьи. Я думаю, это самый важный показатель, да. Самый важный показатель. Благодаря этой программе.
Да, потому что, опять-таки, задача, наверное, волонтеров и задача всех некоммерческих организаций не в том, чтобы ребенку в детском доме было хорошо, да, а в том, чтобы детских домов не было, ну вот, просто как вида, да, что называется. Поэтому, Ань, спасибо большое не только за связку с бизнесом, а за то, что вот нам показало про такие конкретные результаты. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня специально в Международный день защиты детей вот так широко обсудили тему, да, мы специально показали практики очень разных компаний, очень разного бизнеса, как географически, так и в отраслевом преломлении, но мне кажется, это должно всем, даже скептикам, показать, что было бы желание. Было бы желание и была бы такая управленческая мудрость, да, что называется, видеть наперед, и тогда бы развивались корпоративные программы, наверное, более активно. Ну что ж, мы подводим итоги нашего сегодняшнего Zoom-толка. Дорогие друзья, может быть, несколько слов, все-таки праздник, да, несмотря на пандемию COVID-19, несмотря на то, что в Москве погода ужасная, я считаю, у нас сегодня праздник, Международный день защиты детей, друзья, прям несколько слов, может быть, призыв, поздравления или как на творческих встречах какие-то дальнейшие проекты, куда вы хотели бы пригласить нашу аудиторию, Агнеса, если можно. Да, ну, во-первых, я хотела сказать, что мы сегодня обсуждали КСО, да, и вот так вот всесторонне было очень приятно услышать практики коллег, здорово. Но если в двух словах сказать про КСО, первое – это то, что мы обязаны делать, и если мы делаем это правильно на законодательном уровне, на бизнес-уровне, мы уже вносим большую лепту. А если мы делаем что-то сверх того, то, что мы не обязаны, но делаем это тоже хорошо и правильно, это тоже здорово для общества. Ну а в плане пожеланий я хотела бы повторить те слова, которые я сегодня вот пожелала ребятам с «Полярной звезды». Пусть вот эта вот «Полярная звезда» добра, успеха, благополучия светит всем нашим детям. Пусть направляет их в правильном, как говорится, русле, чтобы они росли самодостаточными, счастливыми, успешными, добрыми людьми становились, и чтобы в жизни, как говорится, вот этот вот эмоциональный интеллект, которому мы стараемся наших детей, у меня, например, трое детей своих, и я безумно люблю детей, которые приходят к нам на экскурсии, на мастер-классы, их много, это почти 30 тысяч детей в год, вот, чтобы это принесло им пользу, счастье и успех в жизни. Поздравляю с праздником. Спасибо большое. Агнеса Осипова, президент АО БРПИ Baskin Robbins, которую мы любим и регулярно едим. Спасибо большое. Алла Мишина сегодня с нами на связи, старший советник по устойчивому развитию и внешним связям с Алым Петролиум. Да, коллеги, я, наверное, тоже хотела бы присоединиться к поздравлениям сегодняшним. Как я уже сказала, я поздравляю всех детей, всех нас, так как мы бывшие дети, а ныне взрослые, некоторые, может быть, по-прежнему в душе остались детьми. Я хотела бы, наверное, сказать, что важно искусство маленьких шагов, и все эти маленькие шаги, все они большие инициативы, они в конечном итоге складываются во что-то большое, доброе, что сможет, что по-английски говорится, make the difference. Вот сегодня мы как раз посредством вот этих программ make the difference for tomorrow. То есть мы делаем что-то, что в дальнейшем завтра принесет нам ощутимую пользу. И я желаю всем школьникам, всем детям, дошкольникам, всем нам, чтобы мы сумели превратить наши мечты в осязаемые цели. Спасибо. Спасибо большое, Алла, спасибо. Ну, такой позитивный эфир, видите, у меня даже улыбка с лица не сходит фактически. А Елена Фомина сегодня с нами. Елена, директор по работе с персоналом MSD. Елена, пожалуйста. Да, спасибо. Сегодня действительно замечательный день, замечательный праздник. И было здорово услышать, что все действия, направленные на там, поддержку волонтерства, да, на различные благотворительные какие-то акции, программы, поддержку и защиту детства, они нисколько не остановились, они, наоборот, усиливаются, они находят какое-то новое воплощение, новые инструменты онлайн, какие-то каналы дополнительные, да, что, в общем-то, текущая наша ситуация нисколько нас не останавливает, а, наоборот, только поддерживает. Поэтому большое тоже огромное спасибо всем коллегам, которые поделились, было очень интересно участвовать и послушать. И действительно замечательный праздник, и всех еще раз праздником.
Спасибо, Елена. Анна Семрякова сегодня на связи с нами. Она является руководителем благотворительных волонтерских программ KFC и генеральным директором благотворительного фонда «Открывая горизонты». Я бы в этот день хотела поздравить всех, кто по зову природы, по долгу службы или по зову сердца защищает детей не только 1 июня, но и все 365 дней в году. Это родители, которым хотелось бы пожелать родительской мудрости, терпения и позитива от общения и с малышами, и с колючими подростками, и со всеми выросшими самостоятельными взрослыми детьми. Это сотрудники, которые работают в сфере защиты детства. Спасибо за ваш труд и желаю вам сил движения в этом направлении. И, конечно же, волонтеры, которые и не родители, и не получают зарплату, а только по зову сердца помогают тем, кто в этом нуждается, детям. Спасибо за ваше время, которая помогает формировать будущее ваших подопечных. Спасибо и с праздником. Спасибо, Анна. Ваша тезка Анна Золотаревская сегодня в эфире, также вместе с нами, за что огромное спасибо. Председатель комитета МТПП по корпоративной социальной ответственности. Анна, если можно, несколько слов. Я хотела бы обратиться к детям и поздравить. Да, я хотела бы пожелать каждому человечку в любом виде иметь точку опоры. Либо это семья, либо это наставник, либо это волонтер, либо бабушка с дедушкой, либо какая-то приемная семья, либо те люди, которые могут реализовывать эти социальные проекты, окружать их заботой и теплом, чтобы они всегда в любом момент имели точку опоры и шли по этой жизни уверенно и знали, что их любят. Все, спасибо. Спасибо большое. И Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever. Слушайте, ну вот вчера буквально в канун этого прекрасного дня кто-то, коллега из индустрии, разместил восхищенный пост с фотографией мамы Илона Маска. Ну, в общем, достаточно актуальная проблематика. Маме 72 года, мама модель успешная. И, в общем, комментарий был такой, ну что удивляться, что она, в общем, сына отправила в космос, ну или там практически, да, и все у нее детки успешные. Немедленно развернулась огромная дискуссия на тему роли мамы, роли пап и вообще, в общем-то, что считать успехом в жизни и нужен ли успех такой ценой. И, может быть, все-таки дети должны просто быть счастливы, даже если их в космос никто не запустил. Поэтому в этом смысле я бы сказала, вот, собственно, подытоживая, наверное, то, что услышала сегодня, детям нужны родители, а счастливым детям нужны счастливые родители. Так что, в общем, с праздником, друзья мои, коллеги. Спасибо большое, Ирина Бахтина. Спасибо, уважаемые коллеги. Аплодируем буквально всем сказанным сегодня словам. И я надеюсь, что следующие наши комитеты будут уже все-таки в очном формате. Я очень верю, что совсем скоро мы вернемся к привычному нам образу жизни, но мы сегодня, повторюсь, увидели все-таки, насколько широко распространяет свои практики формат корпоративной социальной ответственности, устойчивого развития, прямо влияя на бизнес, прямо влияя на бизнес-модель и помогая, собственно, развиваться нашему делу. Спасибо большое, и я был очень рад сегодня выступить в качестве модератора, видимо, как гендерное меньшинство меня вот позвали, опять-таки, в рамках политики diversity and inclusion. Среди таких прекрасных девушек позвали одного лысого мужчину, чему я был очень рад. Спасибо большое всем спикерам, спасибо РБК-конференциям, которые все это организовали. Спасибо техническому партнеру нашей конференции Redbox Media. Оставайтесь с нами и до новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя и помните про масочно-перчаточный режим. Спасибо.